Однажды моя подруга пригласила меня поехать с ней по делам. Это было перед Рождеством. Мы приехали в небольшой американский поселок. Каждый дом был украшен к Рождеству. Это было невероятно красиво. Такое было впечатление, что каждый дом соревновался, кто круче. Был вечер. Гирлянды на всех домах горели разноцветными огнями. Мы подъехали к дому, к пункту нашей поездки. Вдоль карниза всей крыши была натянута гирлянда, сосульки. Они сверкали и переливались. Во дворе была наряжена елка. На входной двери висел традиционно новогодний венок. По обе стороны входной двери стояли две круглые узкие тумбы, на которых были две статуэтки. Статуэтки совершенно одинаковых двух кошечек, грациозно сидевших на их постаментах. И это было очень необычно. Я тогда подумала, что хозяева, наверное, очень любят кошек, что даже в Рождество у них нетрадиционно на первом плане кошки, а не Санта-Клаус возле двери. Меня это улыбнуло. Так как у нас было назначено время, мы, полюбовавшись красиво наряженным домом, открыли калитку и направились к входной двери. Вдруг статуэтки зашевелились и спрыгнули со своих тумб. Это были живые кошки. Я видела таких кошек впервые. Они были крупнее, чем обычные кошки. Грудь широкая, плечи широкие, массивные, голова круглая, с хорошо развитыми щеками, широкая в скулах, нос короткий, широкий, прямой. Ушки маленькие, глаза большие, широко открытые, очень ярко-оранжевого цвета. Меня поразил окрас этих кошек. Я никогда не видела такого окраса у кошек раньше. Это был серо-голубой окрас, ни одного пятнышка не было. И шерсть короткая, густая, плотная, с густым подшерстком. Позже выяснилось, что порода этих кошек британские короткошерстные, British курскары. Прочитав про эту породу кошек, у меня возникло желание тоже приобрести себе такую кошечку. Эта порода кошек не требует много внимания, может подолгу оставаться одна, имеет собственное мнение по многим поводам, добродушная и спокойная, независимая и самодостаточная. Это гордая порода кошек, иногда надменная. Они очень аккуратные и чистоплотные. Британские короткошерстные кошки могут быть разных цветов и расцветок. Спустя какое-то время после нашей поездки с подругой я приобрела котенка. Это девочка, британочка. Цвет лила. Назвала я ее Фея. В этом году, в апреле, ей уже исполняется 7 лет. Мы с ней компаньоны. Вот такая вот история. Одна поездка, и я познакомилась с британскими кошками, которые покорили меня, и я в них влюбилась. В них просто невозможно не влюбиться.